Привет, ребята! Это я, Егор. И сегодня я буду играть в игру под названием Half-Life. Вообще, эта игра сокращенно называется Хава. Но мы будем играть в Half-Life, а не в Хаву. Пойдемте в темный переулок. И здесь какой-то... не знаю, что. Ой. И что это за дверь такая? Мы что-то засекли. Ой, что засекли? Так, это человек. Это человек. Алло? Вы в безопасности? Вы должны извинить нас. Здорово. Мы не можем рисковать. Доктор Фрина? Да. Доктор Фрина? Это вы? Вы добрались так быстро. Вы послышали, что это город, то есть доктор Фриман? Я доктор Лосман, Джудит Лосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с Черной Мезой. Черная Меза? Не знаю. Я так вам завидую, что вы работали с Элайн и Клайнером в них величие. Клайня? А что за Клайня? Ага, вот так, теперь можно пойти. Я не знаю, кто такой Клайня, так что пойдемте дальше. Я отведу вас к Элайну. О, привет, вот я тебе сейчас своим ломом задубасю. Дверь открой мне быстро, я пройду. Запомни пароль. 272-35. Что сделать? Кнопочки. Вот что ты мне сделаешь? Я тебе сейчас как ударю. Надежная технология местной телепортации. Нижегородье. Илай полагает, что их порталы основаны на стрельбе, как наш колобиал. Но они не учли коэффициент уравнения темной энергии. Поехали. Все, давай. Можно мне в лифт? Можно мне в лифт, девушка? Можно мне в лифт? Да. Да. Не могу поверить. Ой-ой-ой. Аж за сердце держится. Ой-ой-ой. Блин. Хочу поиграть. Привет, монстр, ты меня не видишь, не слышишь? Там столовая, я хочу в столовую. О, хочу в шахту. Ой, лаборатория какая-то. Лаборатория. И нам нужно туда. Смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фриман, дай-ка мне взглянуть. А где Алекс? Ты куда дел Алекс? А? Я с тобой разговариваю. Ты куда дел Алекс? Так. Последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Я говорю, Алекс, где? Ты меня ничего не слышишь? Я говорю, где Алекс? Черная Меза там тоже не знаю. Теперь с Гордоном все будет почти как в Черной Мезе. Да. Они выпускники MIT, большая редкость. Давай снимемся. В костюме оденем тебя на одной лабораторной. Сейчас я заканчиваю. Доктор Фриман, это огромная честь для меня. Я сгораю. Ой, а для меня-то какая? Чувствую себя как бы. О, шары для боулинга. У меня такой будет, наверное. Я не знаю. Если я его украду, то будет. Опять вы мне хотите? Этот портал заработать, но я не стану. Привет, чудо-юдо. Да, чудо-юдо, привет. Чуть, это голова твоего брата? Тоже чучело. Вы должны остаться с Элайн. Я скоро к вам присоединюсь. Ну давай, таким голосом приедет, таким голосом говорит. Джонни, ес, папа. Че ты смотришь на меня? Ой, смотрите, у него нога. Сказали, что ты уже здесь. Алекс, привет! Я хочу к тебе обнимашки. У него конек не останови. Ага. Ничего смешного. Я, наверное, уже 5 минут играю. Я не знаю. Джонни, я с папой.
Посмотри, гнает кто-то. А, ну что, как зверка, а не вот это. Давайте посмотрю, я выгляжу как, конечно, пьющий человек сломан, но ничего страшного. О, давайте разломаем микросхемы. Давайте отыграемся на них. На эти клавиатуры. Вообще пофиг. Дайте кинем кого-нибудь. И бабах! В тетеньку. Кто-то недооценил юристера Альянса. Будем ломать все. Ты куда улетела без меня? Я в зомби-апокалипсис попала. Джонни, я попал. Ты теперь знаком с доктором Мосманом. Мосман. Тестовый камень черный место. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Бэбс. Так, идем. И ломаем бочки. По ней давно никто не хотел. Раньше она была прямо в Неверхолле. Это был старый шахтерский городок, населенный беженцами из Сити-17. Поверь мне, этот туннель закрыт неспроста. Я пчелка. Укушу! Ха-ха! Пойдем! Может, я меня старая? Загрызка! Да чтоб тебе было пусто! Да рыбьи головешки, да чтоб было пусто. Вот мы и пришли. Это свалка. Горячие головешки, рыбьи головешки, да чтоб... Гарри-пушка. Ах, я хочу. Я знаю, она во второй части, наверное, будет. Или есть. Да, я знаю. Отдай быстро сюда, отдай. И у нее выходил шоу. Газелины эти. Она улетела в бесконечность. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты что, знаешь, что я на компьютере играю? Нажми Е, нажми С. Я сам разберусь, что мне нажимать. Я тебе сейчас скину что-нибудь. Вот за карту улетела. А еще можно подтянуть с далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем бутылке. Ладно. Можно ломать предмет. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Наверное, что мы будем делать с этой грави пушкой? Алекс, поберегись! А, нужно лесенку ставить. А я что-то не думал, что это лесенка. А, как все медленно происходит в этом мире. Чашет конь терпеливо.
Хопа, хопа, хопа. Я, если честно, в этой игре не мастер паркура, а в Роблоксе. О, мне страшно, бам-бамс. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, какая же безобидная игра. Что ты говоришь? Пёс! Какой ещё пёс? Привет, псинка. Что за выкрутасы делаешь? Фу. Гадость какая, не хочу на это смотреть. Ладно, что делать будешь с ним? С этим питьём. Давай, пёс, бросай. Пёс, бросай. Пёс, бросай. Пёс, бросай. Опа. Лови, псинка. Давай ещё. Я поймаю. Еще раз, пес. Еще пес, ты хочешь как бомж упариться, а это не мусор. Ой, ой. Эта штука будет во второй части. Отличный бросок. Бросок изичный. Хопа. На. Ой, ты не поймал. Ха-ха. А вот я поймал камешек. Ну давай мы пока здесь поиграемся. Нужно закинуть, наверное, в ту штуку. Давайте закинем. А зачем он мне все руки не дает? Так, он сейчас какую-то... А, да, я так и думал, шина. А нет, это бочка. Может, туда я запомнить? Не, мне кажется, во. Буква О. Отдай мою дверцу, или, то есть палет. Отдай мой ящик. Пёс, дай что-нибудь побольше. Давай как... Ой. Он машину, наверное, сейчас возьмёт. Что он сейчас возьмёт? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой. Он сейчас реально машину какую-то. О, мусор сейчас. Ладно. А, землетрясение. Помогите, землетрясение бесполезно. Надо защищать территорию. Ты куда, Алекс? Прыгаем. Куда ты делась? А, вот я тебя вижу быстрее. Идем в ящики, пёсик с нами. А, вот он бежит. Какой-то бешеный. Пёс. Быстрее, опускаемся, опускаемся. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Ничего не делать. Отсюда. Идите на берег. Не идите через ряд. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз. Вытащи нас отсюда. Давай, быстрее! Возьми ее, если нужно, только открой! Хватит, пёс! Давай, Гордон! Гордон Фриман! Да вот куда ты бежишь без меня? И что? Я не могу бросить отца. Пёс, проводи Гордона в Ренхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. А я что, один? Ой, ты ещё меня не прихлопнул.
Привет. Туда? Быстрее, быстрее, беги. Бежи, бежи, бежи. Давай я пролезу своим седалом. Пёсик, я тебя расчешу. То есть не расчешу, а выход вот так сделаю. Другую волну. Вход. А ты похож, как будто это какой-то вот такие графики прикольные. Как будто больше времени жизни. Ой, какой. Мне кажется, да. Пёсик, ой-ой-ой, вот эта штука. А мы подниматься будем? А, здесь лестница. Давайте пойдем на лестницу. А вот всё, она открылась. Приехали. Опять загрузка. У меня еще будет куча зомбарей. Мы не находим... Чего? Бабам. Фонарик. Вау, улица. И компьютер. Кто-то идет. Давайте подойдем ближе. Тут какие-то дома. Там кто-то идет. А это было пули? А нет, там кто-то реально идет. Бомба. Ой, там какой-то зомбикс. И? Ой, это что за кровать такая? Это человек. Ой, зомби. Кромби. Или кто-то там, я тебя сейчас убью этой гравит кружкой. Хая! Офигеть! Это какие-то пилы. А, ну мне кажется, это они есть. Это сингулярные. Ой, привет, босс. Что-то тут много кого перемолол. Ну это не мое дело, они же не мои. Наверное. На них напала эта штука. И что, больше никого нет или зомбика? Не удалили клюв. Нетушки. И не удалили клюв. Хая. Можешь я просто прибить хая? Хая. Она хочет примериться к моему мозгу. Нет. На меня жрет, видите? Вот это вот, вот это вот. Бам, получай. Пошел он на нас. Эй, тебе скажу другое, сам пошел. Отсюда. Так, и зомба. То есть не зомба. Я скорее всего, кромба. Да, это ж удивительно. Так, эй. Ай, нога сидела, больно. Еще я поставлю. Ну и что, зомбики, кромбики? Что это вообще вот можно делать с этим? Ну, апокалипсис, что? Вот здесь вход. Ой-ой-ой! Ай, нога как сильно болит. Ай, нога болит как сильно. Ой, нифига себе большой ящик. Это, кажется, боссы. А нет, это были не боссы. Это седан, плиз. На, получай, получай. Нифига себе их месит этой штукой. Прям их месят. Это какой-то револьвер. Бамс. А мы не могли сразу в это здание прийти? Я что-то не понимаю.
Ну, нам обязательно было все проходить, да? Мы не могли на нашей суперлодке. И сейчас спорим, но она пойдет какой-то зомб. Так. Во, вон они. Пошли ломом колотить. Я в одного такого в жизни увидела, я с ума сошла. Он сбрасывает бомбу. Ух ты ж. Бомба. Давайте возьмем ее и ему засунем. Ха-ха. Я ему их всем засуну. Если вы еще не поняли куда, я говорить не стану. Потому что это мое личное дело. Хах-хах-хах. Бам-бам-бам-бам. Сколько кровищи. И там что-то с этой бомбой или что это там. Они стреляют в меня. И сейчас они пойдут на меня. Берем их лом, берем лом. Берем жизни. И идем вперед. Давайте гоним тачку и поедем. Йо-йо-йо-йо. Берем печку, начинаем их тащить. А это один. Эй, это что? Горящая фигня. Хаткраб. Я присмотрю за тобой. Больше. А-а-а! Хаткрабина на люди. Получай хаткрабин. Эй, ты хаткрабин. Хаткрабина. А мы не можем больше жить. Можно было бы 10 жизней, или 50, наверное. Иди! Уйди! Кнопочка, то есть это куда рычажок. Мы повернули эту кнопочку рычажок, взяли аптечку и потушили огонь. Ах, это грабина! Еще возьмем, наверное, аптечку, чтобы не быть с 99 жизнями. Ей! Вот опять это слово не плохое. Матерное. Хэт грабина. Кэт-крабина. У нас 118 патронов, и мы должны как-то с ними справиться, иначе все как по всему. Ой-ой-ой-ой-ой, это с него слезы хаткрабина, это оказался невкусненький, а милый дяденька бородатый. А на них напал хаткрабина, и они все стали в крови. Ой, боже. Привет, хаткраб! Давно не видели, там еще один, наверное. Или мы их всех убили. Та-да-тан-та-да-дан-дин-дин-дин-студу-ду. Хаткрабина, я тебя видел. Не пались. Хаткрабина, палиться не надо. Привет! Мы гордимся тобой, хаткрабина. Ладно, 97 патронов, где-то надо патроны раздобыть. Как мы справимся с ними? Ну, жизнь взяли. Может, мы все потратим. Вот один патрон. Здесь 80 патронов. Это ж прожуть какая у них откровенно. Она не живая. К сожалению. Бабам. Наконец-то. Всегда мешал поиграться ломом.
блин. Бомбочку. Еще одну. И еще одну. Бах. Ой, пауки какие-то, что они? Ядовитые хаткрабы. Так, хаткрабы. Ну что, вы, наверное, мне будете по 100 жизней сразу сносить. Но это не важно. Важно, что не знаю, что. Ой, там зомбари. Они такие сидят. Ящик. Мы можем поднять шкаф. Что это, что за вода? Тогда грави пушкой. Во, так гораздо лучше. Здесь какой-то пароход. Чего? Понял. Чего? А мы не могли туда раньше пройти? Как это? Так, там же была дверь открыта. Давайте спрыгнем и пойдем на лесенку. Хотя нет, мы неадекватные люди. Мы спрыгнем. А здесь лежит за жизни. Лежат. И вот мы на той главной улице Gravity Falls. Ой, что с тобой, мои дорогуши, или кто-то там? Ребята, мы забыли? Электричество, и мы его сейчас врубим, и все будет хорошо у нас. Так, давайте врубим. А как врубать? Давайте вот посмотрим. Может, здесь что-нибудь есть такое? Две шкафчик. Я отойду, ты не прочь? Прочь? Нет? Ну, это хорошо, там хаткрабина дохлая. Ай, ну что? Приветики, чувачки. Давайте, вот электричество, рычажок, паяльник. Мы точно? Ой, он куда-то исчез. Он реально куда-то исчез. Отвалился, что ли? Ну, скорее всего, да. Выход камеры. Бежим. Так, беспалевно прошли, а вот выход камеры приехал. И поднимаемся. И еще раз поднимаемся. Все. Так, хаткрабина, мы гордимся тобой, так что... Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Ой, у нас 6 патронов. Сзади. В Ревенхолде. Нужно быть бдительным. Бдительным надо быть. А ты сам будь бдителен. Я Гордон Фриман, актер США. Великий. Не знаю, почему я с пистолетом в руках. Ну, наверное, это кино. Да. Еще бомбочку. Ой, как все взорвалось. Бабамс? Нет, больше не бабамс. Так, аккуратненько проходим, прыгаем задом. Не, что? Ты.
На, получи хэдкраб. Хэдкрабина. О, машинка. А, я понял. Это что за ловушки? Бро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да чтоб вам было пусто. Уйди, уйди. Я тебя стреляю. Давайте еще одну. А, нет, тут. Плохо. Ай-яй-яй, у нас 0 патронов. Нужно быстрее взять какой-то другой пистолет. Значит, все, у нас 2 патрона. Мы должны делать все аккуратно, оперативно. Потому что больше у нас ничего нету. Так. Сколько у нас? 216 патронов. Фух, это очень хорошо. Будем только этим пользоваться. Бабам. И ловушками Шреддера. Или кто это? Будем называть его Шреддер. Ну что-то сделаешь. Давай дернем за рычажок. Упс. А это сделано нечаянно. Какой мне писклявый голосок. Голосок. Давайте прыгнем через машинку. Она нас подняла. Колесо. Михаил. Ты уже встречал мою пасту. Ладно, ребят, на этом мы, наверное, будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. И всем пока!